моя декларация самоуважения. Будьте собой, все остальные места уже заняты. Так, этот текст был написан в ответ на вопрос 15-летней девочки, как мне готовить себя к полноценной жизни. Итак, я – это я. Во всем мире нет другой точно такой же. Есть люди, которые немного похожи на меня, но никто из них не является моей копией. Следовательно, все, что от меня исходит, подлинное мое, потому что я одна, это выбираю. Я хозяйка всего, связанного со мной. Моего тела, включая все его действия, моего ума, включая все мои мысли и идеи, моих глаз, включая все образы, которые они видят, моих чувств, какие бы они ни были, гнев, радость, огорчение, любовь, расстройство, восхищение моего рта и всех слов, из него выходящих, вежливых, милых и грубых, правильных и неправильных, моего голоса, громкого и нежного, всех моих поступков, совершенных как в отношении других, так и меня. Я – хозяйка моих фантазий, мечтаний, надежд, страхов и так далее. Девочки молодые, если бы у меня было это, сколько бы я избежала комплексов и сколько бы я всего успела сделать гораздо раньше. Я могла бы читать эту книгу бесконечно. Я думаю, что она будет одной из ваших любимых книг. И когда вам нужен будет какой-то совет о воспитании, о любви, вы открываете любую страницу и не прогадайте. Я желаю вам приятного чтения. И будьте счастливы. Любви вам всем.